Всем добрый день. У нас солнечная на Урале погода. Вторник. Ребята уехали на монтаж стеклянных теплиц. Стеклянная теплица 3,2 и на 8,4. Вот еще тут на 3 теплицы стоит стекло. Поэтому день прекрасный. Скоро выложим фото-видео отчет и расскажем. Вот. Сегодня хочу вам рассказать о парниках. Они очень у нас пользовались этой весной и летом популярностью огромной. Так, а сейчас зима, просто рассказываем. Но скажу сразу, что отгружаем по регионам легко и просто. Вот если брать комплект, такой вот стандартный комплект, только он идет разборный. В нем он состоит из стенок этой прогонов, стенок торцевой, прогонов и поликарбонов. В среднем по России доставка от 1000 до 2000, в зависимости от региона, куда отправлять. Собирается все легко и просто, видеоинструкция есть. Собираем согласно видеоинструкции. Также мы много раз снимаем видеорепортажи, как и что собирать. И давайте пройдемся, из чего он состоит. Расскажем. Начнем с размеров. Значит, ширина у него 1170 вот этой части нижней. Высота нижней части 200 мм идет, которая в комплекте. Длина 2 метра. И верхней части полукружной, самая высокая, получается 580 миллиметров. Внутренняя, естественно, меньше, то есть ниже, на пару сантиметров. Вот сейчас вы видите в открытом положении. Сейчас открыта эта большая часть, открыта, внутри маленькая. В этой, наоборот, открыта маленькая, внутрь большой. То есть обслуживать их и открывать можно с двух сторон. Сейчас я вам покажу, потому что сегодня один. Вот так вот, это закрыто полностью, как вы видите, да? Полностью так называемая хлебница. У нас называется она закрыта полностью. И называется это у нас парник уральский. В простонародье хлебница. Вторая половина также открывается с другой стороны, что позволяет получить доступ к растениям с двух сторон, как мы видим. Многие вот за этот год с весны, то есть продаж, многие заказывают на 2-3 ряда бруса, чтобы основание короба вот это вот было выше. Чтобы повыше было. Хотя, если у вас там есть почва, вам просто ее надо перекопать, и даже одного ряда бруса хватит. Не надо поднимать его. Но многие делают короба. То есть, как бы она выше, и чтобы ее для того, чтобы обслуживать было лучше. И землеоборот, так сказать, легче было там делать. Выкапывать, убирать лишнее, выкидывать и так далее. Теперь расскажем, значит, по фурнитуре, из чего состоит она. Значит, парник состоит из поликарбоната и металлокаркаса. Это понятно, да? Также фурнитура. Когда мы отправляем каркас и поликарбонат комплектом, шайбы вот эти все, торцевой профиль, перфолента, резинка вот эта уплотнительная идет в комплекте. Саморезы все, видите, идут в комплекте. То есть вам только нужно посмотреть видеоинструкцию, которая у нас выложена в Instagram или на канале на нашем на YouTube, и собрать. Ничего сложного нет с помощью инструмента. Инструмент нужен шуруповерт с битой на 8 и крестообразной битой. Дальше идем. Значит, какие детали? Это сварная вот эта боковинка. Их 4 штуки. Две на маленькую, две на большую. Прогоны. Раз, два, три. То есть 6 штук на каждую. Основание. Основание сбоку. Значит, боковое идет, как мы видим, рамка цельно-сварная. Вот эта вот узенькая. А вот эта вот боковая идет тоже цельно-сварная. Но она вот тут сварная, а вот тут крепится на саморезы. То есть состоит из 4 так называемых панелей. Ну вот и все. Ничего сложного нету. Даже мы, вот сколько я смотрел за всеми тепличниками, кто идет, вот такое вот основание, вот такое, видите, Г-образный ограничитель, чтобы дальше не падало, никто не делает почему-то. Все, вот здесь ручка стоит, она упирается вот сюда. Раз, аккуратно. Все четко в размер. Поликарбонат, если обратите внимание, выходит за трубу с этой стороны и с той стороны. Так рассчитали специально. Вот. Вот получился такой шикарный рассказ. По стоимости пишите в директ.
WhatsApp. Координаты наши знаете. Сейчас все возможные акции и скидки зимние, поэтому пишите. Все обсуждаемо в нашей жизни. Вот видите, какая у нас прекрасная. Прекрасная выставка, самая крупная в России. Все, что вас интересует, расскажем, покажем вживую. В этом году мы будем модернизировать еще, немножко дорасскажу, потом покажу легенду. То есть приводить в один знаменатель, так сказать, унифицировать формы и размеры, чтобы было все универсально. Также будет легенда еще переделываться. К весне мы готовим новую коллекцию. Новую коллекцию, обновленную, как мы каждый год делаем, коллекцию теплиц. Вот так, вот. Так что приезжайте за парниками. Отгружаем в любую точку России, где есть транспортная компания.